болезни. И гипертония, и атеросклероз, и сахарный диабет, и много других болезней. Это фактически приговор в медицине. Приговор. Вот выносится приговор. И человек как хочешь, так и живи. Жизнь меняется. Механизм, опять-таки, подражания природным каким-то свойствам организма и способностям. Мы не лечим целенаправленно болезнь. Например, у гипертонии только в одной, как минимум 5 таких общеизвестных причин. Это проблемы головного мозга, стресс, густая кровь, например, плохо работающее сердце, плохо работающие почки, атеросклероз в сосудах. Вот и пойди попробуй, найди, какая причина у тебя. Начни ее правильно лечить, это проблема целая, обследоваться и точно знать откуда. Второе, что самое главное для меня, как для доктора, я не имею гарантии того, что у меня гипертонии не будет. Работая просто доктором, вот как доктор. Я знаю, что у меня доктор сам имеет гипертонию, сидит, выписывает лекарства от гипертонии. Парадокс, но так не должно быть. Потому, приходя в Нугабест, я наблюдаю за людьми, которые выздоравливают от гипертонии, и думаю, почему бы мне не сделать хорошую профилактику и не остаться свободным от этой гипертонии. Или тоже сахарный диабет. Он же приходит, не спрашиваясь. Нет, да? Диабет. Он не стучится. Нет, да. Почту не шлет, что вот через 5 лет у тебя диабет будет. Человек живет себе спокойно. Бам, диабет. Откуда? Опять же, диабет – это проблема, которая считается в голове со стресса, потому что оттуда гормональная система управляется. Или какие-то изменения здесь в животе, и поджелудочная железа страдает. Это второй тип диабета. Ну, я не говорю об генетически обусловленном, там, дефект генетический. Вот диабет. Потому диабет лечится голова, живот, осложняется в сосудах, сосуды лечим. Все, что полезно для сосуда, все, что полезно для живота, все, что полезно для головы. Гипертония – то же самое. Мы берем Нугабест, смотрим, что полезно для головы. Например, массаж шейного отдела, прижигание сонных артерий, сон на большом ковре, на турманевой подушке. Вот, пожалуйста, мы голову обеспечили всем, что надо. Мы же вообще не знаем, что о голове надо беспокоиться на ночь. Мы думаем, что самое важное, как голова днем работает. Ничего подобного. Голова днем работает так, как ночью выспалась. Ну, буквально говоря. От ночи зависит качество дня, а не наоборот. Потому мы вообще не... Мы к этому не приучены, ухаживать за собой на ночь. Или что-то полезное делать для организма ночью. А как можно в Нугабесте спать ночью? Или там же в залах-то не будешь оставаться спать? Ну, домой надо покупать. А что? Зал демонстрационный. Понятно. Ну и на этой кровати тоже не будешь спать, на кровати Нугабестовской? Кровать готовит. Так. Вот твой позвоночник на ночь. Есть шейный отдел. Человек работает, особенно сегодня в офисах, за рулем там и так далее. Шея перенапрягается, мышцы напряжены. Ложишься на роллы, делаешь массаж, расслабляет мышцы. Прогреваешь сонные артерии, прижигаешь их, чтобы не было атеросклероза. Кровоток обеспечен. Ночью в твоей голове хороший кровоток. Ложишься на турманевый мат, на котором спать нужно всю ночь. Под шейный отдел специально есть ортопедическая такая валик, подушка с турманевой керамики. Отдыхаешь на турманевом ковре, на турманевой подушке. Нервная система получает ионы, магнитотерапию и разжижается кровь, которая к вечеру густая. Ну, вот, например, приготовился на ночь. Уже сосудистый центр в голове, который планирует на завтра давление высокое, не бунтует. Гипертоник становится гипертоником ночью. И если ты знаешь, как за своим здоровьем ухаживать на ночь и ночью, завтра ты здоровый человек. И так всю жизнь ты гарантированно здоровый человек. При диабете тоже мы увидели сегодня, второй тип диабета практически, можно сказать, излечим Нугабест при помощи оборудования Нугабест. Второй тип диабета, возникающий в пожилом возрасте, в более старшем возрасте. Потому что обеспечим здоровьем голову, обеспечим здоровьем вот живот. Для живота ж, опять-таки, наша культура. Мы сегодня, ну, особенно в Украине, я смотрю, россияне далеко ушли, считаем, что самое важное в нашей жизни покушать. А для живота это нагрузка. Самое важное вовремя порожниться. Раз. Кровоток имеет 2. Нервы хорошие 3. Иммунитет 4. Все это для поджелудочной железы можно взять и сделать в Нугабест. Заставить ее работать лучше. И она вырабатывает инсулин. Она начинает вырабатывать инсулин лучше, чем вырабатывала. Люди выздоравливают от диабета. В медицине не знаем, как лечить диабет. В Нугабест вылечивается диабет. Я за такую медицину. Я за то, чтобы ее изучали доктора. Здорово.